Окей, я посидел, подумал, короче. Так. Короче, мне куда-то надо. Мне надо, я не знаю. Это хуже всего. Так, как я сюда попал-то? Скажите, что из этой картины я буду счастлив. Нет, я попал оттуда. Значит, я не счастлив. Вышел заяц на крыльцо. А что делал он на нем? Не скажу я вам сейчас. Много мата, блин, для вас. Так. Так, теперь я официально забыл, как я куда попадал. И как все приперся, я все потерялся. Так, ладно. Ладно. Ля, а я тут упасть не могу, оказывается. Ладно, давайте пройдем сюда. Ладно, пройдем просто по старому пути. Помню, просто на первый этаж надо спуститься. И оттуда я уже попаду куда надо. И, кстати, я только сейчас допер, что это призраки. Я до этого думал, что это просто какие-то летающие головы, смотрящие на меня. Я реально почему-то не думал, что это призраки. Я думал, что это что угодно, но не они. Да, я только сейчас допер, что вот этот ключ, он оказывается для этого. Ну, к Меше тесто. А, тут реально можно упасть. Такс. Здравствуйте. Как ваши дела? О. Я так понимаю, вы меня очень рад видеть. О. То, что можно сломать. Тикс. Тикс. Ой, а может быть я не понял. Так, ладно. Ладно, сломаем все блоки, которые преграждают как-либо чему-либо. Хорошо. Может быть и не очень. По-моему, за это сделал. Тебе мне сюда не нужно было уже, да? Механизм тут хотел. А, да.
включить, окей. Так, а вот кто-то хотел усложнить перемещение по дому. Да ёшкин-матрёшкин, опять у меня этот долбанный провод. Так его уже ненавижу. Знаете, все нормально, пока этот провод, короче, до моей ноги не начинает, да мучиваться. Так, здрасте. О. Еще штука, до которой должен попасть. Привет. Чё как? Бонус номер 3. А там бонус номер 80 с него какой-нибудь. Ладно. А, я не допрыгнул. Ну и пофиг. Блин, добраться что ли до них или забить? Я не вижу, как это можно добраться. Ну только что отсюда вот до сюда допрыгнуть. Да ладно, я, короче, не все равно это, если что. Да выдам себе эти рамки, если что, блин, приспичит уж. А так, в принципе... Это не прям такое задротское уж прохождение. Я понимаю, когда... Человек просто вот... игру знает настолько, что просто такой... Посмотрим налево. Направо, на посередине. Как сказать? Посмотрим налево. Там... через этот пиксель можно посмотреть через текстуры. А... если под правильным углом повернуть камеру, ударить этого боба, потом дождаться, когда он использует свою уникальную атаку, после чего... свистнуть, пукнуть и прокричать Аллах, Аллаху, что-то там, а? И вот тогда случится чудо, да? Через этот пиксель можно посмотреть на наглую физиономию одного из разработчиков этой игры. Типа такого. Вот, как-то так. Тайпер. Для меня паркур всегда был сложен. Вне зависимости, какой он был. Что можно вот таким вот... несложно макаром пропрыгать, да? Для меня то вообще элементарно. Так, ладно. Три стека. По-любому, да, то двери мне надо.
Ой, блин, тут мне неохота. Пропрыгивать хотел я сказать. Но в итоге пропрыгал. Что, хотите сказать, типа секретная комната и все? Несет в себе вообще ничего, что ли? Да не поверю. Походу поверили. Ну и нафигашеньки я сюда прыгал. Ёпс, тудей. Как говорит Илья, это что еще было? Здрасте. Вы меня не ждали, я приперся. Так. Ну, типа, здрасте. Ну, как меня бесит они. У меня чувство, что меня сейчас бомбанет, и прохождение карты у меня резко сейчас закончится, и начнется моя любимая часть — расхренать все, что можно. Ай, ёшкин. Какого? А что вы делаете на улице-то, ё-моё? Ёлка-поповицкий. Так, ну, свалить я отсюда уже не могу. Это я вижу. Место, которое я могу попасть, это вот оно. Тут нету того, что я могу раздербанить. Ну и тут особо не видно. Ну-ка, посмотрим, может, здесь у меня что-нибудь ломает, а? Диспенсия, секрация, буквы. Блин. По-любе там что-нибудь да есть, какой-нибудь проход. Ладно. Попробуем сломать этот диспенсер. Вдруг за ним фигакс и ножницы, а? Или меч. Или ничего. Точно ничего нет, что ломало паутину.
Ну и в какую же я попу проваливаюсь? Кто бы мне сказал бы? Как это увлекательно. Я бы еще в дождь бы падал. Ну, ты кромысы. Что-то место, хотел сказать, знакомое, потом посмотрел, что-то мало чем знакомое. Сейчас будет, типа, ломает арбузы. Ага, конечно, ломает арбузы. О, чуть. Вы чё? Это же OpenNet Dispenser. Ой. О. Я уже хотел сказать, вы чё, гуляли, что ли? Ай, так. Да ладно. О, Soul Sand. Отлично. Кажется, в этом последний... Так, скрывался... Какой-то намек, что он должен был проверить. Окей. Что написано-то? Я очень люблю арбузы. Когда я умру, заберу с собой все мое выезд. И я пока... В книге написано Нортумер. Хорошо, что... Так, теперь я могу... Так, куда это ведет? Ага, я узнал, куда это ведет. И тут я не пойду пока что. Я хочу сначала понять... Ну, запоню. Ладно, согласен. Дом обитаем, сторожитель угрюмо спаленного ученого, не желая говорить с ним. Кажется, его ничего не удивляло. Хорошо, я посплю тогда. Хорошо поспал. Так. Хорошо. Если я за это могу что-то получить, то хорошо. Тогда заберем все, что можно. Окей. Слышь, обитаемый. Ну, хоть знаете, теперь кому сдавать это все. Так, Сулсент. Теперь я могу копать, да?
Так, теперь-ка дайте мне понять, где эти хрен летали. А ладно. Каев. Для чего вот такой вопрос это? Ладно, ну Souls End я могу копать. Но я не помню, чтобы где-то его было настолько, чтобы я прям...